Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Ребята, у меня к вам небольшое обращение, небольшая просьба, скажем так. Вот формат Ютуба и просмотры, которые на нем осуществляются, то есть все вот эти видеоролики смотрибельны в течение 5-5, максимум 15 минут. Потом людям уже устают люди смотреть, просят больше конкретики, скажем так. Вот, вот я хотел бы провести такой опрос. Какую тему не коснись, будь то ласки щенка, будь то команда сидеть, будь то какие-то обучающие другие моменты, они требуют детального изучения. Если вы хотите, собственно говоря, чтобы я делал это более детально, пожалуйста, поставьте лайки на этом видео. Я думаю, что если 200 лайков я соберу за это видео, значит, я выпущу дополнительно, скажем, такой лайв-канал, на котором для людей, которые более интересуются детальным, скажем так, обучением собак, которые хотят постичь вот эти психологические моменты все, то есть не просто на уровне, скажем, любителя, а достаточно профессионально хотят подойти вот к выстраиванию взаимоотношений между своим питомцем и, скажем так, суррогатной стаей, а мне есть что вам сказать, пожалуйста, давайте устроим голосование. Если я наберу 200 лайков, соответственно, я выпущу канал, на котором будут более детальные рассказы о всех моментах, касающихся вашего питомца. С вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.